Ну а в Чебоксарах очищать парки от мусора начали уже сегодня. За дело взялась международная команда волонтеров. Они участвуют в культурно-экологическом проекте «Чебоксары. Чистый город». Проект проводится в городе Чебоксары уже в четвертый раз. В этом году он проходит с 23 по 30 августа. Принимают в нем участие не только неравнодушные горожане, но и волонтеры из других стран. Основная наша цель – это уборка парков города Чебоксары, а также привлечение внимания к проблеме загрязнения города. На самом деле у нас в Чебоксарах довольно много очень грязных мест. Например, одно из них – это вот, ночной массив за ДК «Трактор-строителей». В нашем проекте участвуют иностранные волонтеры. В этом году к нам приехали 4 человека из Австрии, Франции и Италии. Вот, мы хотим показать то, что хотим привлечь внимание наших чебоксарцев, показать, что, видите, у нас иностранцы убираются в нашем городе. Давайте мы тоже все вместе возьмемся за уборку и будем как-то более бережно относиться к нашему городу. Волонтеры убираются в парках нашего города каждый день. В местах отдыха наших горожан мусора скапливается очень много, ведь не все чебоксарцы убирают за собой после посиделок на природе. За несколько часов уборки собирается не менее 30 мешков мусора. Я думаю, это очень важно, здесь мусор, потому что с мусором это некрасиво. Когда без мусора, это очень красиво. В программе проекта не только уборка, но и культурные мероприятия. Посещение музеев и чувашской деревни, вечер интернациональной кухни. А 30 августа волонтеры присоединятся к Всероссийскому субботнику. Ольга Лебедева, Александр Петров, Республика.